think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня английский сервер. Решил я дозабирать скин и показать вам, сколько же плюх на английском сервере за минимальный донат можно забрать и каких героев. Правда, бонус сегодня не особо большой, но в принципе это все равно не мешает забрать обалденные плюхи. И посмотрим, что на русском сервере можно будет забрать за эти же плюшки. Так, поехали, я заберу один пак, который мне интересен в плане дальнейшей прокачки. Сразу же так музычка такая, опа, пропала. Так, вот такой вот я пак забрал за десятку. Так, сейчас. По сути, за десятку. То есть я получил 2800, все-таки этого маловато. Такс, забрали мы плюшки, и у меня остался вопрос, мне немножко не хватает еще для вот такой вот аккумуляции, у нас получилось 2800, ну то есть надо добрать что-то, сейчас мы посмотрим, что здесь есть интересного у нас на рынке. Вот это к чему этот видос, к тому, что вот реально бессмысленно там тонить огромные суммы на героев, да, они со временем просто стоят копейки. Самое выгодное это на выходных, суббота, воскресенье, самое выгодное предложение. Так, у нас тут 1000 камней, это за 5 баксов, а что по этим, за 5 баксов у нас тут герои. Плюс расходники, но мне с этих расходников по сути нифига не надо. Ну тут тоже за десятку можно Огника и Фрейю было взять. То есть Огник, ой, Фрейя говорю, Огник и Мэри вместо того пака, да. А я сейчас просто беру для себя, я вам сейчас покажу, как бы было выгодней. Такс, у нас есть билды пак. Сейчас посмотрим, что здесь есть у нас. Пыльца. Ну, билд и пак, он не особо выгодный по донату. Ну, смотря для кого, конечно. Так, это у нас за десятку, да, будет. Тут по расходникам тоже такое, ну... Мы берем минималку. То есть, вот реально за минималку. Так, что мне здесь с расходников таких, ну, нужно? Молотки. Скины мы добрали все в прошлый раз. Питомцы. Сейчас посмотрим по питомцам, что там делается у меня. Может, сумки питомцев наберем. Так, пиблоп. Я некоторых попродавал. Дрогу. Кролик. Обычных кто хватает. Так, я сумки пооткрывал, получается, да? Которые у меня были. Да, сумки я пооткрывал, но в принципе и яйца есть. Так, заберем, значит, сейчас отсюда с билд пак с первого. Главное, Андрюхе этот видос не показывать. Так, заберем вот так вот. А, это что за прикол? Пятые сумки 300 штук, пятые сумки 800 штук. Это как, блядь? Джи не переставляют, удивляет. То есть внимательно смотрите, видите, есть моменты, где можно купить в одном и том же паке разное количество плюх. Ну, где-то они завтыкали, походу. Вот заберем еще вот такое количество сумок. Это у нас получится 15 баксов. Ну, можно дешевле сделать.
Врубаем админ панельку. Забрали. Блин, у меня уже там... А, это у нас там еще этот... С пирата какие-то плюхи. С настолки. Отлично, я думал уже, что перелимит. Такс. Такс, ребята. Забираем все. По максимуму. 15 баксов. Ну, потому что надо было добрать бонус. Видите, бонусация сегодня не особо большая. Шоппинг спри, наверное, вряд ли у нас. Не, есть одна попытка у нас в шоппинг спри. Через час. Ну, вот так вот. Поехали сюда. 500 эссенций. Токенов не дало, к сожалению. Честно вытащили. Так, тут у нас книги будут. Ну, я думаю, хватит. Там все равно расходники мелкие. Так, островок. Фортуна. 305. Так, окей. Заходим сюда. Заходим в Accumulation Bonanza. Собрать. Можно было бы еще и даже дальше, но тут 7 карт, да? Ну, я посмотрю, я потом, может. Ну, мы берем минималку, то есть 15. За 15 баксов, что можно здесь получить? Даже можно было бы меньше, даже можно было за 11, там, в принципе, добить 200 самоцветов. 200 самоцветов. Ну вот, за 12 баксов. Относительно $12. Такс. Есть. Перед тем, как заберем, забежим вот... Или давайте заберем, потом забежим. Я надеюсь, у меня места хватит. Итого, что мы имеем? Мы имеем довольно-таки неплохие плюхи. Если посмотреть, 2400 мешков питомцев, 360 пыльцы, 120 сундуков, что там у нас, 15к получается, самоцветов. Можно было бы немножко другой пак взять, но я сейчас покажу, сейчас мы вернемся к пакам. Кучу скинов, барда, лисицу, там 100 осколков божества половину, даму. Довольно-таки внушительно, да? Можно было бы вот вместо этих верхних плюх, да, там где пальца это забрать, вот такой вот пак вот с огником и с Мэри. То есть получается, вы получили бы огника, получили бы Мэри, получили бы барда, половину божества. Согласитесь, это реально круто. И лисицу. То есть топовых донатных героев за, по сути, 10 там 11-12 баксов. На русском сервере, я не знаю, можно было бы по-другому немножко тоже сыграть. Можно было бы забрать... Где этот пак? Вот такой вот пак, получить больше самов и карты. Ну, тут карты такие себе. Но это мы говорим за минималку, да? То есть вы плюс получили эмблемы. СО и ремка топовые, которые нужны. Кучу скинов, и можно вот еще вот так вот получить. То есть здесь вы однозначно бы там дуэлянта вытащили, возможно, дособирали божество, но оно того уже не стоит. Но у вас бы была еще возможность получить одного из этих героев. Тут 5 карт все-таки, как-никак. Так, окей. Поехали, сейчас быстренько я все попрокачиваю. Поэтому я как бы и не спешу, нету смысла, ну... Вы сами все понимаете, я уже не один раз говорил. Влаживать сюда огромные суммы, оно того уже не стоит. Это уже не та битва замков. Вот вам за 15 баксов мы собрали то, что, наверное, раньше с каждой обновой стоило бы пару тысяч. То есть реально каждый новый герой, выход обновления, ну это $400-500. Так что вы себе приблизительно понимали.
Так, мне интересно, что там по сумкам питомцев, какие там питомцы падают. О, супер. То, что надо. Отлично. Отличненько. Такс. Хорошо, с этим мы разобрались. Поехали, сейчас дальше будем продолжать собирать. Вот, смотрите, плюс еще 16 тысяч самоцветов. Ну, то есть 20 тысяч самом вы получили, считайте, за 10 баксов. Выгодно? Я считаю, выгодно. Лисицу получили. Такс, поехали сюда. Побегаем в островке, пока он доступен сегодня еще. Попробуем дособирать. То есть вы отсюда, вот посмотрите, сколько еще плюх дополнительно падает. 54, уже четвертую часть собрали героя. Какой смысл на него донатить? Вот реально бешеные суммы, если его можно постепенно собрать. Вот это же само как бы убило интерес донатов, да, там влаживать большие средства, если ты понимаешь, что завтра это будет копейки стоить. Какой смысл? Понятно, что ты там сначала выбиваешь, это все круто, но в нынешних реалиях это нафиг никому не надо. Так, с итого, что мы имеем? Мы еще там осколки какие-то дособирали. Так, надо было посмотреть, кстати, сколько у нас еще повыпадало некоторых героев. Что у меня получилось в итоге по новому герою? Осколков 60, наверное. Да, вот так вот и есть, 60 осколков. В принципе, неплохо. Плюс вы можете дерево потрусить за эти самые, но дерево оно того не стоит. Такс. Еще 4 эмблемки. Еще ремочка, маска и огонь. Питомцы разобрали. С таких расходничков вроде все. Все позабирали. Поехали теперь на русский сервер. Посмотрим, что мы сможем здесь купить там, на тех же 15 баксов и что мы в итоге получим. Ну, настолько здесь мы какие-то получили бы, да, там ходы. 500 расходников. Заходим сюда в рынок, смотрим. Изобилие, изобилие, накопление. До 3000 самоцветов вы бы получили вот такие вот плюшки. Скины на героев, ну, в принципе, скин на Фрею, скин на Феникса, еще куда ни шло. 50 пыльцы, 2000 камней, 300 снеков, по 60 сундуков було, 10-ю эмблему одну, непонятно какую еще, и 20 сменок. Купили бы вы пакеты. Вот такой вот пакет. 70 пыльцы, 3 карты, 300 слизней. И второй пакет. Сейчас мы зайдем. Ну, то есть с этих наборов уже не берем. Можно даже отсюда посмотреть. Лисица дороже стоит намного. Она стоит 25 баксов, да? Максимум, что вы бы вот купили, это Мэри. Получили бы Мэри, да? Сравните, что мы там получили за героев. Сколько героев, да, на эти деньги. И здесь. Вот вам вся разница, потому что многие говорят, вот на русском донат дешевле. Донаты дешевле, но плюхи, я не знаю, в раза 3-4 круче. Блин, грудные болят, надо идти качать. Отжиматься на басу. В общем, такие вот дела, ребят. Такой вот минимальный донат на английском сервере перекроет ваш русский сервер. Ну, не знаю, там ваши топовые аккаунты. Реально на английском можно собрать там топовые аккаунты, думаю, за баксов 100, но, понятно, без линейных донатных героев. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.